комфортный просмотр картин обеспечивает юный бодрый дед за 60 лет. Смотрим сегодня картины итальянского живописца Паоло Кальяри, более известный как Веронезе. Родился в Вероне в 1528 году. В комфортных условиях смотрим его картины. Отобрал юный бодрый дед за 60 лет специально для вас. Паоло Кальяри, далее просто Паоло Веронезе, знаменитый итальянский художник, один из виднейших живописцев венецианской школы. Просто смотрите картины в комфортных условиях на большом экране в формате 4К. А свое отношение к творчеству Веронезе вы можете иметь свое собственное. Итак, приступаем к спокойному, комфортному просмотру подобранных картин. Паоло Кальяри Веронезе. Смотрим, формируем свое мнение. И первая сегодня картина — Эстер и Ахасвер. Пир в доме Симона. Тайная вечеря. Паоло Веронезе. Христос в Гефсиманском саду. Проповедь святого Антония Падуанского. Крещение и искушение Христа. Отец вечности. Аллегория свободных искусств. Версавия перед туалетом. Дож Андреа Контаринис возвращается в Венецию после победы над Дженовайзе. Ужин в доме Леви. Проповедь Иоанна Крестителя. Апофеоз Венеции. Поклонение волхвов. Еще поклонение волхвов. Свадебный пир в Кане. Праздник в Кане. Другое название этой же картины. Сюзанна и старцы. С каждым годом старцы все наглее и наглее. Руки распускают. Прекрасная Нани. Марс и Венера, объединенные любовью. Исцеление кровоточивы. Музей истории искусств Веронезе. Венера в трауре по Адонису. Святая Елена. Похищение Европы. Марс и Венера. Аполлон и Дафна. Аллегория любви.
отдых на пути в Египет. Венера, обезоруживающая Купидона. Мученичество святого Георгия. Венера и Адонис. Марс и Венера. Персей спасает Андромеду. Поклонение королей. Святой Антоний Аббат со святым Корнелием и святым Капризаном и Пажем. Венера и Меркурий представляют своего сына Антероса Юпитеру. Брак святой Екатерины. Юнона и Сатурн. Юпитер уничтожает пороки. Аллегория любви. Ненависть. Богородица с младенцем, святые Иоанн Креститель и Антоний. Семейство Дария перед Александром. Мистический брак святой Екатерины. Христос с врачевателями в храме. Пир в доме Симона Фарисея. Святой Иероним в пустыне. Воскресение Христово. Похищение Европы. Моисей, спасенный из Нила. Ужин в Эммаусе. Мадонна на троне со святыми. Мученичество святого Юстина. Скульптура. Святой Себастьян, подстрекающий Марцелла и Марцеллина, которых ведут к мученичеству. Успение Богородицы. Гермес, Херс и Аглаурос. Иисус и Центурион. Якоб у колодца. Мученичество святой Юстины. Крещение Христа. Человек в шубе. Кристина раздает бедным фрагменты идолов. Похищение Европы. Аллегория битвы при Лепанто.
Лукреция. Зажиточность. Сдержанность. Христос тонет под тяжестью креста. Христос, несущий крест. Святая Екатерина с ангелом. Богоматерь с младенцем между святым Жустином и святым Георгием. Леди или святая Агнес. Поклонение пастухов. Алессандро Контарини. Создание Евы. Похищение Европы. Как предсказание было, ее похитили полностью. Даниэле Барбаро. Завершаем просмотр. Итальянский живописец времен позднего Возрождения Паоло Кальяри. Веронезе. Просмотр организовал бодрый дед за 60 лет. И еще организует, если вы хотите быть немного ближе к искусству, к культуре. Просто комфортный просмотр картин в домашних комфортных условиях для формирования собственного мнения. Оно может и не совпадать с мнением окружающих. Надеюсь, что вы потренировали свои когнитивные возможности, кое-что у вас в памяти осталось. Напомню, что труд всегда украшал человека. Так что делай, что должен, и будет, что есть. Хорошего, бодрого настроения. Удачи вам!